когда не были мы в вере, ну, как бы моя семья не были уверены в Бога, и как бы мы молились, но мы всю жизнь верим в Бога, но не так, как сейчас, вот прямо вот мы уверовали, покаялись Богу, вся семья, слава Богу, и сейчас этим я очень довольна за своих детей, как бы до этого момента, как бы мой дядя, вот, и его семья уверовали, покаялись, и у них было очень большое свидетельство о сыне, как бы, и через это, как бы, тоже мы все приняли вот это покаяние Бога, мы уверовали, мои сыновья сначала уверовали, потом я, и как бы этим очень я довольна, что мы вот покаялись, уверовали, за это время вот, как бы у меня очень все в жизни изменилось, все, слава Богу, в лучшую сторону. У меня до этого момента, когда мы не были в этой вере, у меня сыновья очень много выпивали спиртное и курили, как бы. И я за это очень много переживала, молилась. Ну, не так, конечно, молилась, как надо, как сейчас вот я. Молюсь, да, уже как бы покаялась и молюсь Иисусу Христу, слава Богу. И вот как бы сейчас очень все это изменилось. И мои сыновья куда пили, я молилась, и мои молитвы, как бы, я не знаю, не помогали. Они сутками дома не находились и могли выпивать. И я за них очень сильно переживала. А сейчас, слава Богу, когда они покаялись, и через моего дядю как бы пришли покаяние, вот к Богу, да. И потом я туда пришла, как бы вот приняла Бога. И у нас в жизни стало все намного изменилось, все было сейчас очень все хорошо, слава Богу. И Бог изменил нашу жизнь. Сейчас у меня дети работают все, как бы сама работаю, слава Богу, не занимаюсь ничем другим. До этого момента были плохие дела, как бы, и было, и гадания, и все было. Ну, обманом жили. Мы признаемся, что мы, цыгане, любили обманывать людей. А сейчас, слава Богу, как бы мы это не делаем. Сейчас работаем, как бы, на государство, слава Богу, и все у нас хорошо. Мои сыновья изменились и очень. И сейчас ездят по городам, прославляют Бога. И как бы группа «Аллилуйя» славят Бога. Слава Богу.